Вашим услугам, сэр Тони. А что это вы тут делаете? Классные шапочки. Вообще-то это не шапочки, а шлемы. Мы с Миком рыцари. Ух ты! А можно мне с вами? Вообще-то, девочки не могут быть рыцарями. Обычные девочки – принцессы. Но у принцессы нет меча и... Зато принцессы красивые. И рыцари совершают в их честь подвиги. Ладно, буду принцессой. О, прекрасная принцесса Рейни, этот подвиг я посвящаю тебе. Ух ты, как здорово! А я написал в твою честь стихи, принцесса. В чудесном замке, в башне юной, принцесса старая живет. Ой, то есть это наоборот. Так, на чем я остановился? А, да ладно. И никого ее прекрасней во всем подводном мире нет. Да, какие чудесные стихи, рыцарь Мик. А теперь, принцесса Рейни, мы с рыцарем Миком отправимся в полное опасности путешествие. И принесем тебе редкую, прекрасную жемчужину. Далекое и полное опасности путешествие. И почему девочки не могут быть рыцарями? А что мне мешает самой стать рыцарем, пока этих смельчаков нет дома? Я рыцарь Рейни, надежда и опора всех слабых и беззащитных. Рейни! Прекрасная принцесса, позволь преподнести тебе эту красивую жемчужину. Спасибо, мои смелые рыцари. А теперь, принцесса Рейни, мы устроим в твою честь настоящий рыцарский турнир. Тебе не сдобровать, рыцарь Мик. Нет, это ты сдавайся, рыцарь Донни. Ой, мой меч сломался. Ну вот. Теперь никакого турнира. Держи, Донни. Мне он все равно не пригодится. Ух ты! Рейни, спасибо! Но откуда у тебя этот меч? Подумаешь, меч. Я вообще-то принцесса. У меня все есть. Донни, может, все-таки девочки могут быть рыцарями? Конечно, могут. Для рыцаря главное доброе сердце и благородство. Рейни, я посвящаю тебя в рыцари. Ура! Скорей на поиски опасностей и приключений. Вместе мы со всем справимся. Веселей мордашки на сцене черепашки. Прятки и футбол любит детвора. Много разных игр на свете есть. А у нас с утра в рыцари игра. Рыцарь — это геройство, благородство и честь. Добрым будь отважным, не страшись неудач. И при этом не важно, меч у тебя или мяч. Девочка или мальчик может рыцарем стать. Можем игры любые мы для себя выбирать. Змея запустить, клюшкой гол забить. Для друзей нарисовать партию.
зашивать. В каждом деле, ребята, свой особый секрет. Все нам надо освоить, все хотим испытать. Могут девочки строить, мальчики могут вязать. Спорт, игра или дело, нам понятно уже. Выбирай себе дело, то, что тебе по душе. На нашем канале есть еще много интересных мультиков. Подписывайся, чтобы не пропустить новые серии.